Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Дивный сад, и в этом видео я хочу вам рассказать, каким образом возможно повысить морозостойкость, в данном случае персиков. Коротко немножко скажу о тех персиках, которых я буду повышать морозостойкость. Вот здесь вот в ряд высажено три персика. Тот, который возле меня находится, это обычный персик, обычные персики, которые продают на рынке. Я взял порядка там 10 или 15 штук косточек, из них пророс только один. И вот этот один пророс, он растет здесь, сейчас скажу. Посадил я его косточкой в 18 году, пересажен на это место он в 19 году. Сейчас вот конец, точнее сентябрь 20 года, вот он в таком состоянии находится. В принципе, он перезимовал. Здесь даже количество веток подмерзших практически нету, то есть вот чуть-чуть совсем, да. Что не сказать о персике хасанском, который растет, я вот на видео вам сейчас вот в ходе беседы продемонстрирую, да. Он гораздо сильнее подмерз, нежели вот этот обычный, что удивительно, да. Это обычный южный, а тот, ну, хасанский вроде как считается более морозостойким персиком. Но тем не менее, имеем, что имеем, то имеем, скажем так. Вот. Хасанский персик в этом году завязал плоды, точнее один плод. Я так обрадовался, думаю, вот здорово, хотя бы один плодик будет. Но в ходе вегетации он как бы отвалился. Он даже завязался, там маленький такой персик получился, и в результате он потом отвалился. Ну ладно, я надеюсь, что это такой пробный вариант, а в следующем году или, может быть, через год он уже полноценно даст урожай. Высота у него, конечно, не очень большая, но какой вот вырос. А теперь давайте поговорим непосредственно о повышении морозостойкости, в данном случае персика. Я разделил это на два этапа. Это корневая подкормка и внекорневая подкормка. Корневую подкормку я буду делать таким органоминеральным удобрением из водорослей. Он называется Экофуз. Это комплексное удобрение, содержащее в себе большое количество микро-макроэлементов. То есть здесь в данном случае содержится более 40 микроэлементов. В том числе таких вот, ну, редких, которые у нас редко встречаются. Это вот йод, селен, кремний, различные витамины, аминокислоты. То есть комплексная такая добавка, которая повышает иммунитет растений, повышает морозостойкость, устойчивость к различным заболеваниям и в общем и целом укрепляюще действует на растения, в том числе в зимний период. Это вот. И наряду с этим я буду использовать, вот здесь у меня разведен фитоспорин. То есть фитоспорин — это достаточно известный биологический фунгицид, который используется для подавления различных грибковых заболеваний, таких как фистороз, парша и так далее, многие-многие другие. Для того, чтобы здесь создать баланс в почве и не преобладание каких-то грибковых заболеваний, я вот добавляю еще фитоспорин для улучшения микро вот этой грибковой составляющей именно почвы. Вторым этапом будет внекорневая подкормка. Для внекорневой подкормки я буду использовать такой вот универсальный хилатный микроудобрение, называется Сирипланд. Сирипланд — это удобрение, которое содержит с высоким содержанием биологического кремния. То есть здесь в данном случае я вам зачитаю лучше, чем я буду вам выдумывать его действия, и вы поймете, каким образом он воздействует на растения. Это универсальное хилатное микроудобрение с высоким содержанием биологического кремния, который повышает механическую прочность тканей, активизирует фотосинтез, снимает стресс, усиливает действие пестицидов, если они используются, улучшает структуру почвы. И применяется на всех сельскохозяйственных культурах. И также у него ярко выраженное фунгицидное действие, то есть против мучнистой воросты, пенопера,
сенспороза, парши, фитофтора и других полузаболеваний. То есть в комплексе с фитоспорином, который мы проливаем в почву, в корневую систему, по листу мы дадим еще вот силимплант, который также еще усилит иммунитет с внешней стороны, то есть повышит прочность тканей, что очень нам требуется в зимний период, чтобы не было растрескивания коры. Вторым компонентом, который я буду давать по листу, это будет экстраэпин. То есть это универсальный антистрессовый адаптоген. Он также помогает растению защищаться, эффективная защита от заморозков, также помогает восстанавливать поврежденные растения. То есть достаточно тоже известный препарат, который я также буду использовать вместе наряду вместе вот, с силимплантом. То есть вот два компонента, которые будут использоваться для внекорневого подкормки по листу. Два этапа повышения морозостойкости персика в данном случае, да. Ну, эти способ этот повышения морозостойкости можно применять и на другие все культуры. Это абрикосы, сливы, вишни. В данном случае я сейчас пролил павловню, вот на заднем фоне вы видите, да, это отдельная тема. Какие-то декоративные культуры тоже можно этим проливать. Очень подойдет как раз вот для южных культур, которые в нашем регионе не свойственны на температуры, в том числе и зимние температуры. И вот для того, чтобы им максимально комфортно дать возможность перезимовать, адаптироваться к нашим условиям, вот один из способов, каким образом можно это сделать. Также я буду проливать и гинго-билоба, и азимину, и другие культуры. Вот это персик хасанский, вот как раз вот на этой веточке, вот здесь вот с краешку, был цветочек и плодик небольшой. Вот такого невысокого роста персик. Посажен он вот здесь, конкретно в этом месте, в прошлом году, в сентябре, то есть ему год, он здесь растет. Вот, вот такой вот он. Давайте пройдем, покажу. Так, это тот, который вы уже видели сейчас на видео. Он гораздо ярче, активнее, но он как бы растет больше вверх. Как мы видим, хасанский, у него более раскидистая крона. Ну и вот третий персик хасанский, также посажен 14 сентября 2019 года здесь. И вот, что мы наблюдаем. И здесь вот я хотел показать, вам видно, да, что вот они подмерзшие веточки, их достаточно много. Вот. Так это выглядит. Что не сказать о том, который, вот он, этот с рынка, что для меня очень удивительно. Ну а на этом я буду заканчивать. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам интересны другие видео на этом канале, нажмите на колокольчик, выберите получать, какие уведомления вы хотите получать. До встречи в новых видео. Пока.